Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Богу. У твоей груди Бог святой успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди, Господь мой, успокоился я, душа моя, успокоилось сердце мое. И ничто уже, и никто, и ничто, никогда, ни за что не отлучит нас друг от друга, меня от твоей любви, тебя от меня, меня от тебя. Ничто, никакая тварь, никакое, ничто вообще, ни настоящее, ни будущее, ничто. Да, потому что у твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди, Бог, успокоился я, успокоилось сердце мое. Радость вечная, бесконечная, в тебе, Бог, в тебе, лишь в тебе. У твоей груди успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. И душа моя наслаждается. В тебе, мой Господь, я и Отец, мы одно навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. Я люблю тебя, мой Господь и мой Царь. Ты мой Бог, мой Творец, мой Отец. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. Я в тебе живу, ты во мне, мой король. В моем сердце Христос Иисус. У твоей груди успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. Душа моя была, как дитя, отнятое от груди матери. Но ныне, Господь, я успокоился, успокоился я, успокоилось сердце мое. Душа моя успокоилась, успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. Я в тебе, мой Бог,
ты во мне, мой король. Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой принадлежит мне. Навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди успокоился я навсегда, 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 навсегда. Я в тебе, мой Бог, успокоился навсегда, навсегда, навсегда. Ты во мне, мой Царь, Христос Иисус, навсегда, навсегда, навсегда. Мы одно с тобой, мы едина суть, навсегда, навсегда, навсегда. И Отец, и Сын, и Святой Дух Христов, навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. Ты мой папочка, Бог святой неземной. Ты даешь, ты свой мир нам даешь, свой покой. Лишь в тебе, мой Царь, успокоился я, успокоилось сердце мое. Ты мой Бог, мой Царь, мой Творец, мой Отец, навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоился я. Ты мой Бог святой, я в тебе живу. Да, спасибо, Господь, навсегда, навсегда, навсегда. Ты Отец святой, я твой сын родной, навсегда, навсегда, навсегда. Я и Отец одно, навсегда, навсегда, навсегда. Благодарю тебя, Господь святой, благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. И воспевая сей акафист, Господь, у твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. Благословенный Царь наш, благословенный Бог наш, воспеваю тебя сегодня этим зимним, морозным, солнечным утром. Благодарю тебя, Господь, благослови Шупашкар, Чебоксар, благослови, Господь Боже, Чувашу и чувашский народ, и все народы, проживающие здесь, в этой республике, и по всему Поволжью, пробуждение народов Поволжья, пробуждение Чуваши, пробуждение Чебоксар, пробуждение здесь, Господь, в этом районе, да, Байдулла, Маршака, здесь все вот эти улицы, пробуждение, аллилуйя, Чапаева здесь, Гагарина, все эти пробуждения на этих улицах, пробуждение. Удивительно, да. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Святой, спасибо, спасибо. Благослови, Господь, всех нас, благослови, Отец.
Ибо без Тебя ничего не можем сделать, это точно, это факт, это правда. Без Тебя ничего невозможно сделать, да. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе, спасибо за милость Твою, благодать Твою, спасибо. Благодарю Тебя. Благодарю. Благодарю. Да, братья и сестры, благословляю всех вас, дети Божьи. Наш покой, наш мир, наш покров, Господь Бог Святой, в Его сердце пребываем. Он в наших сердцах, а мы в Его сердце. Он в моем сердце, я в Его сердце. Навсегда, навсегда, навсегда. Однажды совершенный Божий покой обретут наши души, и отрет Бог всякую слезу с очей наших. Навсегда, навсегда, навсегда. Но уже сейчас, в этот час, в этот день, среди мира, бушующего, как океан, Он дает покой. Свой мир неземной, аллилуйя, свой шалом, свою радость, свою любовь. У твоей груди успокоюсь я, успокоился я навсегда, навсегда, навсегда. У твоей груди успокоюсь я навсегда, навсегда, навсегда. У тебя, лишь в тебе покой. Ты мой Бог святой, мой покров, мой отец, мой творец. У твоей груди успокоился я. Успокоится сердце мое. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благодарю тебя. Благодарю, Господь, за милость твою, благодать. Спасибо. Спасибо, родной, любимый, спасибо. Действительно, великое чудо. Таинство Бога человечества. Бог, ставший человеком, чтобы человек стал Богом. Удивительно. Так мудрецы говорили в древности. Бог стал человеком, чтобы люди стали богами, да. Хотя уже сейчас, даже тогда, 2000 лет назад, еще до начала эпохи благодати, Господь напоминал Иисус слушателям, которые возмущались этими откровениями такими, чрезвычайными, как им казалось. Он предупреждал их, он напоминал им, вы боги, те, кому было обращено Слово Божье, слушайте. Задумайтесь, друзья, товарищи. А сегодня Слово Божье не только к нам обращено. Да, это так же, как и 9000 лет назад. Слово Божье обращено сегодня к нам, к людям. Боги. На земле вот 8 миллиардов уже богов, говорят, даже больше уже нас уже на земле. Сыновей Адама и дочерей Евы. Но самое главное, сыновей нового Адама. А тем более те, кто освящен Словом, в ком Слово Божье живет, живое и действенное, острее всякого меча, обоюдоострого. Сам Иисус Христос, Иисус Господь, мы как ножны этого кинжала. Он есть этот кинжал, Он есть этот меч, а мы ножны эти, в которые шух, и кинжал заходит и держится там. Этот острый меч, обоюдоострый меч, он в наших сердцах, в наших устах, в наших руках. Мы становимся этими ножнами драгоценными этого бесценного сокровища. Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя, Господь. Великая честь быть вместилищем невместимого. Тебя, кого вся вселенная не может вместить, вмещает простое человеческое сердце.
И ничто уже никогда ни за что не отлучит меня от тебя. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. У твоей груди успокоился я, успокоилось сердце мое. И действительно, в состоянии оторванности от Бога душа человеческая, как младенец, который оторван от груди матери и который плачет, и никакие побрякушки, игрушки этого мира, они не способны заглушить этот крик, внутренний крик, а порой и внешний крик дитяти, души человеческой, пока снова дитя не прильнет к груди матери своей. И когда человеческая душа прилипается, да, к Богу, когда прильняет к груди Бога, нашей матери, нашего отца, он себя сравнивает то с мамой, то с папой, Бог святой, но он каждый раз показывает и доказывает, что его любовь несравненно больше всего того, что мы знаем, как материнская или отцовская любовь. Все наши представления о материнской, отцовской любви просто ничто в сравнении с настоящей отцовской, материнской любовью, Божьей любовью, которая выше всего вообще. Спасибо тебе, Господь. У твоей груди. И одно из имен нашего Господа Бога, один из титулов, одна из характеристик Господа Бога, да, Эль-Шадай, Эль-Шадай. И один из вариантов перевода, да, это многогрудый, много грудей женских, наполненных молока, полные молока. И имеется в виду по контексту столько много молока в грудях этих, что молоко даже брызжит уже. Все, и тебе всю жизнь пить это молоко и не выпить вообще, никогда, вообще никогда. Это просто более чем достаточно вообще для души человеческой. Это более чем, ты будешь купаться в этом молоке просто весь вообще. Полные ванны молока, бассейны молока, и все равно это все просто ничто вообще. Все молокозаводы этого мира собрать вместе, ничто вообще. Все фермы этого мира взять, ничто вообще. Столько молока Господа, Бога Святого. И у Него успокоение, у Него дитятя, душа наша, да, пьет молоко. И потом пресыщается, и уже, ох, и уже все довольно, все довольно, душа человеческая. Я радуюсь и торжествую, спасенный я кровью Христа. Уже напился молока радостно, и уже славим поэтому Господа Бога Святаго мы. Иисуса имя прославляю, потому как во имя Христа это стало реальным в судьбе моей. Именем Иисуса Христа это стало реальностью в судьбах миллионов-миллионов верующих по всему лицу земли. За подвиг Голгофы Христа Иисус меня освободил, напоил, накормил, вдохновил, перстень одел, одежду новую дал. Аллилуйя! Иисуса имя прославляю всегда, всегда, всегда. Спасибо тебе, святой, благословенный Царь, благословенный Бог. Христос в моей душе родился, словами нельзя передать. Бог в моем сердце поселился, Он хочет во мне пребывать. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, в крови омыл, и ныне я Божье дитя, вовеки твое я дитя. Я радуюсь и торжествую, спасенный я кровью Христа. Иисуса имя прославляю,
за подвиг Голгофы креста. Иисус меня освободил, на крест Голгофский взойдя, грехи простил, в крови омыл, и ныне я Божье дитя, вовеки твое я дитя. Христос в моей душе родился, живет и царствует, побеждает. Аллилуйя, мой король, ты в моем сердце живешь. Слава тебе, Господь, за все. Братья, сестры, любимые, благословляю всех вас именем сладчайшего нашего Господа Иисуса Христа. Хани, Джизус, аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха, Яхер Адонай панав элейха вихунекха, Исах Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Аллилуйя. Бешем Иешуа ха-Мошиах, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, 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 аминь. Слава тебе, Господь Святой. Благословляю Израиль, благословляю Иерусалим, благословляю Церковь Христову, благословляю всех вас. Дети Божьи, мир всем, мир вам. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аллилуйя.